Дорогие лайткаринцы, уходит 2014 год, и нам удалось очень много сделать в этом году. Я хочу доложить вам, что в этом году мы сделали очень много в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере образования, в сфере здравоохранения. Проведено очень много работ по благоустройству нашего города, ну и, соответственно, экономической составляющей. Хочу сказать, что в 2009 году наш бюджет города, общий бюджет составлял 840 миллионов рублей. В этом году мы утвердили бюджет 2 миллиарда 6 миллионов рублей. Собственные доходы в 2009 году были всего лишь 449 миллионов рублей. В этом году мы с вами используем бюджет, утвердили бюджет в 1,61 миллиона рублей. Понятно, что это экономическая составляющая, говорит об исполнении полномочий муниципального образования. И я вам докладываю, что только 60% нашего бюджета ушли на сферу образования, значит, здравоохранения, социальных вопросов и жилищно-коммунальной сферы. Хочу сказать, что темпы объема выпущенной продукции в 2010-2009 году составляли не более 9,5 миллиардов рублей. В этом году они составляют 19 миллиардов рублей, или в два раза больше, чем за предыдущие 4 года. Инвестиции в основной капитал в 2009-2010 году они составляли не более 400 миллионов рублей. В этом году мы провели такую колоссальную работу. Инвестиции в основной капитал составят 5 миллиардов 200 миллионов рублей. Практически в 10 раз больше. Ну и, соответственно, надо отметить, что зарплата средняя по городу была 21 тысяча рублей. На конец этого года средняя зарплата по городу составляет 37 тысяч рублей. Ну и, конечно же, надо отметить, что мы только за этот год с вами открыли женскую консультацию, 2 детских сада, завершаем строительство 3-го детского сада. В этом году мы завершаем и сдаем ледовый спортивный комплекс. Завершаем работы по строительству станции обезжелезивания. Завершается строительство 3-го детского сада. Заметьте, насколько нам много удалось сделать за буквально вот предыдущие несколько лет и только за этот один год. Хочу напомнить, что у нас, если помните, есть ДК «Луч», который тоже, так сказать, не подвергался ремонту много, наверное, десятков лет. И нам удалось в этом году его привести в порядок, провести капитальный ремонт. И он сегодня является определенным очередным, может быть, даже памятником архитектуры нашего города Лыткари. Ну и, соответственно, я хочу сказать, что в целом работа направлена на благоустройство, на созидание, на то, чтобы наши жители действительно могли себя чувствовать в комфортной среде и могли себя чувствовать настоящими жителями современного развивающегося города. Ну, надо отметить, что мы сегодня живем в современном мире, на современном этапе. Очень много происходит в мире. Есть санкции, есть кризис, но тем не менее, отмечая, что действительно мы живем не в простое экономическое время, мы по всем показателям делаем темпы роста, значит, по исполнению своих полномочий на уровне нашего муниципального образования города Лыткари. Сегодня поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за постоянную помощь и поддержку. Мы участвуем в областных программах, и по бюджету Московской области, значит, получаем средства на строительство ледового дворца. По программе губернатора строятся детские сады. По программе «Единая Россия» с участием федеральных средств, областных средств, муниципальных средств строится спортивный комплекс с бассейном, с многофункциональным залом, который мы будем вводить в будущем году. И это все для наших детей, для наших людей, для наших жителей. Вы видите, какой большой объем работы сделан за предыдущие годы, только за этот год. И мы ставим задачу на будущий год темпы эти не сбавлять. Буквально на этой неделе состоялся совет депутатов, на котором мы уточнили бюджет, который я уже назвал, и приняли программу трехлетнего бюджета.
2015, 2016, 2017 год. Бюджет достаточно сбалансированный, сформулированный, сформированный, и мы поставили задачи определенные на будущий год. Мы будем продолжать строить, значит, объекты соцкультбыта, снос аварийного жилья, обустраивать наши дворы, обустраивать наши дороги, пешеходные пространства, ну и, соответственно, уделять внимание рекреации. А это карьер Волкуша, это наш лес. Ну и, соответственно, максимально будем уделять внимание благоустройству. Если этот год мы объявляли для себя, он в целом год культуры, значит, чему мы тоже уделили внимание, значит, построив или ремонтируя дом культуры «Луч», значит, продолжается капитальный ремонт музея Чернышова. Ну и, соответственно, мы поставили для себя задачи в этом году максимальное строительство детских садов, спортивных сооружений. А будущий год мы ставим задачу, перед собой благоустройство дворовых территорий и максимальное обустройство наших парковых зон. Поэтому, дорогие лыткаринцы, вот завершая этот год, хочется сказать, что мы действительно много с вами достигли, очень много сделали. Мы с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, с нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым вот сегодня готовы развивать наше муниципальное образование и вносить хоть маленькую лепту в развитие нашего государства и нашего любимого родного Подмосковья. И, соответственно, хочу сказать, что мы действительно сегодня вкладываем в наших детей в понятие, что город Лыткарин – это лучший город страны, лучший город Земли. Поэтому я от души вас поздравляю с наступающим 2015 годом. Желаю здоровья, счастья, добра, удачи, тепла, достижения тех целей, которые вы перед собой поставили. Ну и, конечно же, благополучия нашему городу. С Новым годом, дорогие лыткаринцы! Здравствуйте! Сегодня я, Ольга Белозерцева, и мои коллеги познакомим вас с последними новостями города Лыткарино в этом выпуске. Благотворительная елка главы города Лыткарино во Дворце культуры «Мир». Юбилей отдела дневного пребывания социальной защиты города. Финалы конкурсов «Педагог года» и «Воспитатель года». Новогодние представления в образовательных и культурных учреждениях Лыткарино, новости спорта и многое другое. В канун Нового года лыткаринские фигуристы и хоккеисты встали на коньки в новом ледовом комплексе. Еще год назад спортсмены и любители тренировались на открытой площадке около первой гимназии. Несмотря на холод и отсутствие условий, юные спортсмены даже тогда показывали высокие результаты. Сегодня, благодаря программе губернатора Московской области «Наше Подмосковье», у ребят появилась реальная возможность войти в большой спорт с новыми победами и достижениями. Это просто, знаете, сказочный подарок на Новый год. Все-таки для такого маленького города, как Лыткарино, это просто, ну я даже не знаю, какая, мне казалось, несбыточная мечта. Несмотря на то, что официально открытие ледового состоится после новогодних праздников, фигуристы из детской спортивной школы города Лыткарино уже провели первую тестовую тренировку, чтобы оценить качество льда и технические возможности комплекса. Впереди у спортсменов сезон 2015 года, в котором ребята планируют завоевать множество призовых мест. Ну что, готовы? Да! Ну что, дружно выходим все? Раньше мы занимались именно на этом месте, только на открытом воздухе. И даже когда у нас проходили соревнования, и было минус 20, это было очень холодно, некомфортно. Сейчас мы будем заниматься в комфортных условиях и повышать свой уровень все выше и выше. Ледовый комплекс оборудован современными раздевалками, спортивным залом для отработки хореографических упражнений, а также выдвижными трибунами и электронным табло. Но самое главное в спортивном комплексе – это, конечно же, лед высокого качества. Объект был возведен в рекордные сроки под ежедневным контролем главы города Евгением Серегиным. В январе прошлого года, когда я выступал перед детьми, поздравлял детей, когда проводили на открытом льду, то я говорю, что мы через год с вами по программе губернатора построим такой ледовый дворец. Никто не верил. Ну и, значит, вы видите, что мы реально сегодня действительно выполнили свое обещание. И хочу, конечно же,
поблагодарить Андреевича Воробьева, нашего губернатора, за такой уникальный подарок, за его программу, конкретно индивидуальную персональную программу губернатора. Большое спасибо. Также благодаря поддержке региона в Лыткарине открывается станция обезжелезывания воды, строится третий детский сад и дворец спорта. Задача правительства области и города Лыткарина – создать максимально комфортные условия для жизни горожан. Благодаря этому льду я стану олимпийским чемпионом. Максим Морозов, Алексей Устинов, Антон Шаманин, телеканал «Откори». В минувшую пятницу в администрации города прошло последнее в этом году заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. После утверждения Евгением Серегиным повестки совещания заседание началось с анализа состояния безопасности дорожного движения в городе в уходящем году. Всего в 2014 году в Лыткарине было зарегистрировано одно ДТП со смертельным исходом. Несмотря на печальное происшествие, Лыткарина попала в пятерку лучших городов Московской области по безопасности дорожного движения. Согласно запланированным мероприятиям по установке, замене и ремонту дорожных знаков, в Лыткарине было заменено 160 дорожных указателей. На 11 пешеходных переходах вблизи школ было установлено 133 специально желто-зеленых дорожных знака. Речь также шла об организации безопасности дорожного движения в новых строящихся районах города. В связи с тем, что там и детские сады, и школы, эту работу дополнительно надо предусмотреть, причем изучить, проанализировать, какое количество населения, и конкретно колхозное, все должно быть не только в знаках, но и светофорах. А в городе уже нужно продумать, какое количество светофоров надо устанавливать. В рамках губернаторской программы для поддержания безопасности дорожного движения в зимний период городу было дополнительно выделено 3 трактора и пылесос для уборки тротуаров. В следующем году будет обновлен и увеличен автобусный парк общественного транспорта города. Уже подписались договора. В понедельник уже 5 машин у меня выйдут на линию марки «Вега». И в течение начала года, января, полностью поменяем автобусы, программу берем с маршрута 538. Запланирована работа по установке перильных ограждений в очагах аварийности на улицах Парковая и Ухтомского. Отдельные меры будут предприняты для обеспечения безопасности школьников. Все центральные улицы будут в перилах. У нас все школы выходят на центральную улицу, любая школа, хоть первая, хоть вторая, хоть третья. Кроме что, считай, там в лесу еще находится. То есть мы сейчас оградим все центральные улицы. Также было рассмотрено обращение горожан с просьбой оборудовать пешеходный переход на улице Набережная возле прохода к роднику. В конце совещания Евгений Серегин обратил внимание на нарушение правил стоянки на бульваре Крупенина возле магазина «Атак». Просьба там просто сделать какие-то выходные сегодня, там какие-то рейды. Если это не помогает, значит просто эвакуация. И так далее. Один раз мы вылечили на бульваре Крупенина. Мы предупредили, но нашим же гражданам просто не проехать, не пройти. Григорий Козлов, Алексей Устинов, телеканал «Лыткари». 26 декабря в городской администрации прошло заседание антинаркотической комиссии. Первый вопрос на повестке совещания коснулся реализации в городе комплексных мер, направленных на повышение психологической устойчивости молодежи к наркотикам. Ключевое направление в реализации поставленной задачи было возложено на создание благоприятных условий для самореализации подрастающего поколения путем поддержки деятельности молодежных групп и волонтерских объединений, занятых решением общественно значимых задач. Для достижения результатов был запущен ряд муниципальных программ, таких как «Молодое поколение города Лыткарина», «Мое будущее, мой выбор», цель которых – сформировать у подростков грамотное отношение к своему психическому и физическому здоровью, профилактика наркотической зависимости и антисоциального поведения в молодежной среде. Это лишь часть тех профилактических мер, которые активно реализуются в нашем городе. Также в Лыткарине активно продолжается тестирование школьников. 541 человек протестирован по школам, но положительных результатов не было выявлено. 7 сомнительных, но с ними еще будем вот после каникул проводить работу, там повторно буду приглашать на тестирование, разговаривать, посмотрим. Положительных явно не было выявлено вот из этого количества. В завершении заседания был утвержден план работы антинаркотической комиссии на 2015 год. Григорий Козлов, Алексей Устинов, телеканал «Лыткари».
Урюпинском районе, всего в 60 километрах от Москвы, продаются дома, как готовые, так и на стадии строительства. Дома выполнены из зацилиндрованного и профилированного бруса. К участкам подведен газ, имеется собственная скважина и электричество. Также в продаже имеются незастроенные участки. Возможно строительство по вашему проекту. Телефон 8 916 326 0799. 8 916 326 0799. Блаткарине выбрали лучшего воспитателя года. Подробности в сюжете Максима Морозова. Профессия воспитателя сложная и ответственная, но при этом интересная и увлекательная. Сохранив нотку беззаботного детства, воспитатели обучают подрастающее поколение таким базовым понятиям, как добро, дружба и взаимопомощь. Перед финальным этапом конкурса воспитатели прошли два отборочных этапа, на которых продемонстрировали свои профессиональные навыки в умении работать с детьми. Третий решающий этап состоял из творческих номеров педагогов и прошел под девизом «Всегда оставаться интересным детям, учиться смотреть на мир их глазами». В финальном состязании приняли участие конкурсанты из 7 детских садов. Участницам нужно было продемонстрировать артистизм, творческую индивидуальность и показать своим выступлением значимость профессии. Перед финальным этапом конкурса в лидерах оказались воспитатели из детского сада «Березка» и «Яблонька». Работники педагогического труда пели песни, танцевали и разыгрывали театральные сценки со своими подопечными. Детская непосредственность не раз вызвала аплодисменты и улыбки в зрительном зале. Не скрывали своих эмоций и члены авторитетного жюри, возглавляемые Евгением Серегиным. Глава города поздравил воспитателей с наступающим Новым годом и отметил тот факт, что на их плечах лежит сложная задача по формированию нового поколения. Хочу о главном, наверное, сказать, что когда встаешь утром рано и думаешь, как страна, как родина наша, все, слава Богу, все вроде спокойно, как в Московской области обстановка, ну и, соответственно, как в Лыткарино, все ли в порядке, все ли спокойно, и когда вот все работает как отточенный механизм, когда тоже наше образование работает как вот буквально часовой механизм и правильный, идущий правильно, то ты спокоен за свою родину и спокоен за то, чем мы с вами занимаемся. В упорной борьбе с отрывом в один балл победу одержала Анна Николаевна Рыбина, воспитатель детского сада номер 19 «Березка». Прежде всего, воспитатель должен быть творческой личностью. У него должен быть характер, может быть, даже и непростой, бойцовский. И, знаете, умение работать в коллективе. Девочкам очень благодарна коллективу своему. Все они принимали активное участие в подготовке вот третьего конкурса. Без их помощи не было бы первого места. Задача конкурса не только определить лучшего воспитателя, но и повысить престиж профессии педагога. А еще дать возможность воспитателям проявить все свои способности. Из года в год в нашем городе поднимается уровень дошкольного образования. И в этом непосредственная заслуга лыткаринских воспитателей. Максим Морозов, Алексей Устинов, телеканал «Откари». Конец года – традиционное время для подведения итогов. Наш телеканал попробовал составить свою версию. Этот год был сложным для нас. Примерно такими словами обычно провожают старый год. А что действительно важного произошло в 2014-м? Спросим у вас. Скажите, что в этом году вам запомнилось больше всего? Какие события? Мне запомнилось... Я была в санатории и очень хорошо отдохнула. Внуки у меня... Родился вот тут в Сабате. Ну, ЕГЭ сдал, вступил в институт. Так, на бюджет причем. Все одноклассники тоже поступили. Господи, по-моему, все скажут, что только Крым. Самое главное, конечно, это истоки наши, что там говорить. И очень хорошо, что у нас действительно единство получилось по этому поводу у всего нашего народа. Ну, во-первых, выступление Путина. Для меня было довольно интересно послушать события. Но события на Украине меня
тоже очень волнует. Наверное, присоединение Крыма и экономическая изоляция России. Вот, наверное, что самое важное. Главное для меня – это присоединение Крыма. Это одно из важнейших событий, наверное, после Великой Отечественной войны. Больше, наверное, не будет таких событий. Олимпиада, конечно, в Сочи. Это, мне кажется, еще какие-то надо называть? Может, если можете вспомнить. Ну, чемпионат мира по хоккею, конечно же. Чемпионат мира в Бразилии по футболу. Ну, больше спортивный, мне кажется. Как-то политически не особо хочется вспоминать. Там Олимпиаду вы помните, к примеру? Да. Была Олимпиада по математике. Была по-английскому. Олимпийские игры в Сочи. А, вы про это. Зато наши заняли первое место в Олимпиаде. Где? В Сочи. В Сочи. Не по математике? Нет. Просто хорошо, светло прожила год с любимым человеком. Все замечательно. А все остальное мелочи. Плохое перемелится, хорошее будет еще лучше. 2014 год оказался по-настоящему богат на события. Нам остается пожелать, чтобы следующий год принес нам больше событий со знаком «плюс». Григорий Козлов, Александр Тестов, телеканал «Уткари». В Доме детского творчества определили педагога года. Кто стал лучшим учителем 2014-го, расскажет Максим Морозов. В преддверии Нового года педагогический состав города Лыткарино традиционно определяет лучшего учителя уходящего года. Перед финальным этапом конкурса, прошедшим 24 декабря в Доме детского творчества, 7 конкурсантов из общеобразовательных учреждений города прошли 2 предварительных этапа – школьный и муниципальный, на которых экспертная комиссия оценивала портфолио конкурсантов, открытый урок и мастер-класс. Педагоги – особая категория людей, которые оставляют в нашей жизни заметный, порой судьбоносный след, открывая секреты науки, искусства и обретения истинных ценностей. Вот такие вот уроки, они действительно позволяют преподавателю иной раз по-другому взглянуть на свою профессию, продемонстрировать все лучшее, что у него есть, и в то же время научиться у других преподавателей каким-то оригинальным формам преподавания, каким-то жемчужинкам, которые позволяют действительно заинтересовать ребенка и сделать урок не просто передачей информации, а сделать урок вот таким актом, где ребенок действительно начинает любить процесс получения знаний. Финальный этап конкурса прошел под лозунгом «Не профессия быть учителем, быть учителем – это жизнь». В течение 10 минут конкурсантам предстояло раскрыть свои творческие способности и завоевать доверие жюри. Выступление учителей оценивалось по нескольким критериям – творчество, оригинальность, артистизм и эстетическое оформление. В ходе своих номеров учителя приоткрыли завесу тайны своей жизни, которая наполнена бесконечной чередой мероприятий, начиная от простых уроков и проверки домашнего задания, заканчивая педагогическими конкурсами и курсами повышения квалификации. Несмотря на отсутствие времени и плотный график работы, учителя любят свою профессию и трепетно относятся к каждому ученику. Упал на пол у доски и развалился на куски, а на него упал цветок, а рядом шел как раз урок. Пришел другой учитель к нам и всех расставил по углам. Нам было скучно так без вас, что к вам отправился весь класс. А в основном Марина Николаевна, все хорошо, все хорошо. Для каждого финалиста участие в конкурсе – это ответственная задача, ведь педагоги защищают честь своего общеобразовательного учреждения. Поэтому на сцене конкурсантам оказывала помощь группа поддержки в составе педагогического коллектива и учеников школы. Учитель английского языка Елену Воронину в этот ответственный день поддерживала дочка Вероника, которая, несмотря на свой юный возраст, помогала маме подготовить творческий номер и даже смогла подсказать слова во время выступления. Знаете что, дяденька черт? Я, между прочим, горжусь своей мамой, потому что моя мама учительница. И я горжусь своей мамой, потому что моя мама тоже учительница. И твоя прабабушка, и твоя прапрабабушки тоже были учителями, потому что учитель – это не просто профессия. Это целая история моей семьи, длиною столетия. Ну, моя мама, она самая лучшая на свете, и я рада, что она победила. Мы с ней готовились не так много, но у нас все получилось. Благодаря единой команде поддержки и профессионализму Елена Воронина стала лучшим педагогом города Лыткарино в 2014 году. Победителям и призерам конкурса вручили ноутбуки и почетные грамоты. Последние минуты на сцене – это как первые минуты жизни. Вот-вот что-то произойдет, но ты еще не знаешь точно, произойдет это или нет. Ответственность колоссальная, потому что, когда ты понимаешь, что за тобой не просто твое какое-то решение, а лицо всей твоей, по правде, любимой школы, это не просто ответственно, это еще очень важно. Вот
для меня это было очень важно. Один, наверное, из самых важнейших моментов или дней в моей жизни. Если бы не моя команда, если бы не мои дети, наверное, у меня бы никогда ничего не получилось. Конкурс «Педагог года» в очередной раз доказал, что каждый учитель, не задумываясь, готов потратить свое личное время на получение новых знаний. Ведь полученный жизненный опыт они ежедневно вкладывают в будущее России. Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откори». Магазин детского питания «Мой малыш» предлагает вам самый широкий ассортимент детского питания, подгузников, средств по уходу для ваших малышей. Мы находимся в торговом центре на пересечении улиц Коммунистическая и Колхозная, рядом со Старой Конечкой. Также к вашим услугам бесплатная доставка по телефону 8 926 752 26 63. Праздничный новогодний вечер прошел 25 декабря в детской музыкальной школе. Концерт открыл оркестр домбристов. Ну а поскольку все сегодня собрались не просто так поиграть и послушать, музыканты были непростые. Вечер-то особенный, новогодний. На одной сцене встретились Человек-паук, пират, кто-то похожий на средневекового монаха и просто колоритные личности. Далее концерт продолжило древнее народное драматическое действие – хоровод. На Новый год его принято водить со Снегурочкой. На сцене оказалось не меньше 5 Снегурочек, что слегка превышает норму. Да-да, у меня шубка белая, как снег. Да-да, у меня шубка белая, как снег. Ты помнишь, ёлка злилась, на тёмном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты, печальная, сидела. Этот вечер оказался по-настоящему сказочным. В то время, когда музыканты играли на сцене, Лыткарина заметал долгожданный снег. Александр Тестов, телеканал «Лыткари». Накануне праздника ученики первой гимназии организовали новогоднее представление для начальных классов. Мероприятие посетил Максим Морозов. В последние школьные дни перед Новым годом, когда оценки уже проставлены, а в коридорах школ царит атмосфера главного праздника зимы, в общеобразовательных учреждениях города проходят новогодние елки. В первой гимназии ученики старших классов подготовили для своих младших товарищей театрализованное представление «В королевстве зеркал». Организаторы сказки 11-й А-класс попытался максимально отойти от стандартной новогодней истории. Собрав всех сказочных персонажей на одной сцене, ребята сочинили нестандартный сюжет, специальный для современного поколения детей. Отдельное внимание ребята уделили сценическим костюмам и гриму, а интерактивные игры с залом вызвали настоящий фурор. По словам участников сказки, самое сложное – это удивить детей. Интересно, потому что, получается, мы несем главную мораль, то, что главное всегда исправиться, всегда нужно найти самое доброе в себе, и вот это нужно пронести. Да, ну, самая сложная задача – это понравиться детям,
чтобы они нас не ненавидели и в конце простили. По сценарию сказки Снежная королева заколдовала волшебное зеркало, из-за которого Дед Мороз стал злым. Чтобы спасти праздник, Снегурочка собирает своих друзей и отправляется на поиски ингредиентов для волшебного зелья. В ходе спектакля с помощью детей из начальных классов добрые герои находят, пожалуй, самые главные моменты жизни – радость, добро и свет. А в кульминации сказки зрители простили злых героев за их ошибки, и пусть вымышленные сказки, но добро в очередной раз победило зло. Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откори». В Доме детского творчества состоялась праздничная программа для детей с ограниченными возможностями. На мероприятии побывала наш корреспондент Кристина Мяснянкина и попыталась выяснить, какого волшебства от праздника ожидают дети. Предновогоднее волшебство приходит в каждый дом, вне зависимости от простых человеческих особенностей многих из нас. Умело скрашивают ожидания детишек с ограниченными возможностями сотрудники Дома детского творчества и учащиеся первой гимназии. Для этих детей самое важное – любовь. Любовь и принятие их такими, какими они родились, какими они пришли в этот мир. Это самое главное. Они вообще становятся намного общительнее, намного социализированнее. Вот. Мы просто как бы наблюдаем за ними же, потому как они к нам поступают. Вот. И потому, каким мы уже их видим на сегодняшний момент. И вот нам это очень заметно. Может быть, это маленькие крупицы со стороны, но мы знаем, что для наших детей это огромные шаги просто. Новогодняя сказка, конкурсы, задорные песни – незаменимые атрибуты такого необычного мероприятия. Ведь именно здесь у детей появляется возможность общаться друг с другом, становиться чуточку ближе. И именно здесь они находят поддержку со стороны и начинают верить в собственные силы. В городе это единственное место, где осуществляется занятие с нашими детьми. Мы очень рады, что оно у нас открылось. Праздники всегда проходят в домашней такой теплой обстановке. Детям здесь интересно. И большое спасибо педагогическому составу, вот, и церкви, которая тоже нас поддерживает, и первой школе. Дети из первой школы тоже активное участие принимают и всегда занимаются с нашими детьми на празднике, играют. Конечно, мы очень довольны, что у нас есть такое место, куда можно прийти. Как и прежде, для всех желающих после сказки работала пряничная мастерская. Дети вместе с родителями украсили заготовленные заранее лакомства, а чуть позже попробовали на вкус свои шедевры. Остаться в стороне не смогла и наша съемочная группа. Пряник гербом Лыткарна мы попытались украсить сами, а чуть позже подарили его творческому коллективу Дома детского творчества за их добрые начинания. Кристина Мяснянкина, Александр Тестов, телеканал «Лыткари». Магазин детского питания «Мой малыш» предлагает вам самый широкий ассортимент детского питания, подгузников, средств по уходу для ваших малышей. Мы находимся в торговом центре на пересечении улиц Коммунистическая и Колхозная, рядом со Старой Конечкой. Также к вашим услугам бесплатная доставка по телефону 8 926 752 26 63. 25 декабря во Дворце культуры «Мир» состоялась благотворительная елка главы города Лыткарина Евгения Серегина. Подробности в нашем следующем сюжете. У каждого ребенка должен быть праздник, особенно в Новый год, самый сказочный и любимый детский день. Благотворительная елка главы города – традиционный праздник для детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Впервые лыткаринскую елку посетили ребята из Украины, столкнувшиеся с недетскими проблемами не по своей вине. Также на праздник пригласили детей, отличившихся своими положительными знаниями в сфере образования. Всего на елку пришло более 1000 ребятишек, перед которыми выступил театр ростовых кукол «Софит», а открыл мероприятие глава города Лыткарина Евгений Серегин. Я хочу вот действительно вам сегодня пожелать, чтобы вы помнили свою родину, вы помнили своих родителей, вы не забывали малую родину, которая называется Лыткарина. И давайте дружно скажем, что Лыткарина – лучший город мира вместе с вами. Дети – это дети. Они всегда ждут Нового года, они ждут чуда, они ждут Деда Мороза, Снегурочку. И, безусловно, у них хорошее настроение, они рады. И тем более еще и подарки, сладкие подарки в красивой упаковке в форме Деда Мороза.
Как бы я надеюсь, что понравилось и детям, и их родителям. На елку детишки пришли в праздничных костюмах вместе с друзьями и родителями. Самые маленькие зрители уютно расположились на руках у своих мам и пап и удивленно смотрели за всем происходящим праздничным действием. После окончания спектакля детей ожидала главная новогодняя красавица Дворца культуры и сладкие подарки от администрации города. Дети не скрывали своего восторга от спектакля и делились друг с другом впечатлениями. Родители фотографировали своих малышей около елки, а ребята постарше, не дожидаясь возвращения домой, распаковывали пакеты со сладостями. В этот день никто не остался без подарков и хорошего настроения. Максим Морозов, Александр Тестов, телеканал «Откори». 26 декабря отдел дневного пребывания социальной защиты Лыткарино отпраздновал свой 10-летний юбилей. История социальной службы Лыткарино начинается с 1992 года. Поначалу организация функционировала два отдела – материальной и социальной помощи. В результате ряда реорганизаций и преобразований 24 декабря 2004 года был образован Лыткаринский комплексный центр социального обслуживания населения. В настоящее время соцзащита имеет ряд специализированных отделений. Обслуживание нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, отделение дневного пребывания, срочного социального обслуживания, а также отделение участковой социальной службы. На патронаже у Центра социального обслуживания 65 неблагополучных семей. Свыше 200 человек получают помощь на регулярной основе. И в среднем ежемесячно 300 нуждающимся оказывается срочная социальная помощь. Каждый работник службы – профессионал. Но что значит быть профессионалом в таком деле? Ведь во многом через отношение к слабым и нуждающимся проявляется нравственное состояние общества. Ну вот представьте, пожилой человек, да, он находится один в квартире. Дети, как правило, на работе, внуки на работе. И когда приходит социальный работник, он ему и помощник, и психолог, и няня, так скажем. Вот, то есть все вопросы, которые возникают у этого одинокого человека, и какие-то радостные моменты, и какие-то горестные моменты. То есть это такая вот связующая ниточка между вот пожилым человеком и внешним миром. Поздравить работников социального центра приехал заместитель главы города Антон Уткин. Антон Юрьевич отметил успешность совместного сотрудничества между администрацией и социальным центром и вручил поздравительные грамоты и подарки. Я от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником. Я хочу от главы города передать вам самые теплые, самые добрые пожелания, поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам в будущем году самых больших успехов, самых лучших достижений. Отмечу вот тот факт, что мы очень здорово вместе с вами работали и работаем на благо граждан города Лыткари. Григорий Козлов, Алексей Устинов, телеканал «Лыткари». А сейчас новости спорта. Рубрика «Лыткарино спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Дипос», «Лифтремонт» и «Славянское подворье Л». Торжественное открытие спортивного зала Дворца культуры «Мир». 25 декабря в Лыткаринском ДК «Мир» прошла праздничная церемония открытия спортивного зала после ремонта. Директор ДК «Мир» Вера Игнатьева отметила, что долгожданный ремонт и открытие спортивного зала стало прекрасным новогодним подарком для всех коллективов ДК и выразила благодарность главе города Евгению Серегину за помощь в проведении ремонта. Евгений Викторович пожелал успехов и процветания спортивным и творческим коллективам Дворца культуры. Я вам все-таки хочу вас поблагодарить за то, что вы действительно занимаетесь спортом, стремитесь чего-то достичь в своей жизни. Ну, а мы, администрация, будем вас поддерживать и помогать. Я от души вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья, добра, успехов и замечательного новогоднего настроения. С праздником! Не обошлось и без концертной программы, в которой свои таланты великолепно продемонстрировали учащиеся театра танца «Винцеры», секции тхэквондо и акробатической студии «Проформ».
После концерта дети обратились к главе города с благодарностью, подарили Евгению Викторовичу статуэтку тхэквондиста и мяч с автографами и пожеланиями всех участников выступавших коллективов. Новый, современный спортивный зал, оснащенный комфортными раздевалками, душевыми и тренерскими комнатами, теперь открыт 7 дней в неделю с утра и до вечера. Занимаются в спортзале участники секций тхэквондо, самбо, йоги, древнерусской женской гимнастики, акробатической студии «Проформ», театра танца «Винцера» и других танцевальных коллективов. Первенство города Лыткарино по художественной гимнастике. 24 декабря в Лыткарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошло первенство отделения ДЮСШ города Лыткарино по художественной гимнастике. В соревнованиях приняло участие более 50 юных гимнасток. В зависимости от возраста и умений, участницы соревновались по программам от 3-го юношеского разряда до мастера спорта. Обручи, мячи, булавы, ленты, скакалки – все эти предметы художницы изящно использовали в своих выступлениях, продемонстрировав отличную спортивную подготовку. Художественная гимнастика – это гармоничное сочетание искусства и спорта. Это не только ловкость, сила и выносливость. Благодаря унаследованной от балета связи с музыкой и хореографией, она требует от спортсменок чувства ритма, музыкальности, вырабатывает тонкую координацию и выразительность движений, способствует эстетическому воспитанию гимнасток. Победителями первенства стали Рябикова Софья, Афонина Дарья, Дмитриева Настя, Котова Дарья, Карасева Александра, Христус Настя, Дмитриева Татьяна, Сысоева Елена, Корсакова Елизавета и Сапегина Ксения. Награждение провел заместитель главы администрации города Лыткарино Антон Уткин. Победителям соревнований были вручены кубки, медали и грамоты. А призеры соревнований награждены медалями и дипломами соответствующих степеней. Директор ДЮШ Александр Еремеев отметил лучших гимнасток и тренеров дипломами. Открытое первенство города Лыткарино по простейшим авиамоделям. 28 декабря в спортивном комплексе «Кристалл» прошло ежегодное открытое первенство города Лыткарино по простейшим авиамоделям в классе «Метательный планер». Центр детского творчества «Искатель» и Лыткаринский авиамодельный клуб при поддержке администрации города Лыткарино и компании «Старатели» проводят первенство уже 8-й год подряд. В первенстве приняли участие 42 юных авиатора из 4 команд. Мальчишки и девчонки своими руками сделали авиамодели и запускали их. У каждого участника первенства было по 3 попытки запустить свою модель максимально далеко. Под чутким контролем судейского корпуса, в состав которого вошли матерые авиамоделисты Сергей Александров, Вячеслав Смирнов, Валерий Коробков и Андрей Губанов, и под аплодисменты родителей начались соревнования. Лыткарино представляли 2 команды – «Искатель-1» под руководством Бориса Дмитриева и «Искатель-2» – тренер Михаил Картавенков. В гости к лыткаринцам приехали 2 московские команды – «Метеор» и моделист из Чертаново. Специальным гостем первенства стал авиамоделист-шоумен Алексей Сенченко, который выступил с показательной программой пилотирования радиоуправляемых авиамоделей, продемонстрировав филигранную технику управления самолетом весом в 160 грамм. Traffic noise affects you like a squeaky violin. Take your cares down the stairs. В перерывах между турами великолепные танцевальные номера показали участники танцевального коллектива Dream Team под руководством Светланы Деевой.
Как летает и как снимает квадрокоптер, юным авиаторам показали Игорь Коробков и Сергей Александров. В результате упорной борьбы первое место в командном зачете заняла команда «Искатель-1», тренер Борис Дмитриев. Призы и подарки достались всем участникам соревнований. В личном зачете весь пьедестал достался представителям команды «Искатель-1». Третье место занял Андрей Хозяйкин, второй стала Брылева Анастасия. Первое место занял Никита Бичарев. Новости футбола. Юношеские баталии на снегу. 27 декабря в Лыткарине на стадионе «Полет» прошло три матча зимнего первенства Люберецкого района среди юношеских команд. Первыми играли юниоры 2000 года рождения, тренер Евгений Вольперт. Соперниками наших были футболисты из команды «Пионер» Раменская. Лыткаринцы не сразу смогли привыкнуть к специфике игры на снегу и пропустили два гола. Однако смогли собраться и победить со счетом 9-4. По хет-трику на свой счет записали Даниил Алексеев и Григорий Кочин. Дублем отметился Павел Большагин. Единожды поразил ворота соперников Кирилл Козлов. Следом играли юноши ДЮС ФК Лыткарина 2002 года рождения. Тренер Алексей Садов против команды ФК Домодедово. Игра у лыткаринцев не заладилась, поэтому наши юниоры уступили со счетом 0-3. Последний матч дня проходил с участием футболистов 2004 года рождения. Под руководством Алексея Садова наши юниоры вновь уступили со счетом 1-4. Гол нашей команды забил Матвей Букиевский. Новости футбола. Новогодний турнир «ДЮСШ». 28 декабря в Лыткарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошел новогодний открытый мини-футбольный турнир «ДЮСШ» города Лыткарина среди команд 2005 года рождения. При неистовой поддержке родителей и тренеров победу в турнире одержала команда «ДЮСШ Котельники». Второе место досталось команде «Трудовые резервы» из Москвы. Третье место – команде «Лыткарина-1», тренер Владимир Шитов. Ну а четвертое – команде «Лыткарина-2». Все участники турнира получили медали, а лучшие игроки – призы и кубки. Лучшим игроком в команде «Лыткарина-1» стал Вальнер Егор. В команде «Лыткарина-2» – Ухваткин Виталий. Лучшим защитником турнира признан лыткаринец Купарисов Даниил. Открытый новогодний турнир «ДЮСШ» города Лыткарина по баскетболу. 29 декабря в Лыткарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошел новогодний турнир по баскетболу среди юношей 2002 года рождения. В турнире приняли участие 4 команды – «ДЮСШ» Лыткарина, «ДЮСШ» Реутов, «СДЮШОР» Балашиха и «СДЮСШ» Солнечногорск. В финал пробились лыткаринцы и солнечногорцы. В упорной борьбе со счетом 31-26 победили гости. Лыткаринцы стали вторыми, а третье место заняли баскетболисты из Реутова. Все участники турнира были награждены медалями и кубками. Новости баскетбола. Новогодний турнир в «Кристалле». 27 декабря в Лыткарине в спортивном комплексе «Кристалл» прошел новогодний баскетбольный турнир. Из-за погодных условий и пробок команда из Подольска не смогла добраться в Лыткарино. Поэтому в соревновании приняло участие лишь две команды – БК «Кристалл» и БК «Котельники». С первых минут матча лыткаринцы продемонстрировали настрой на победу, сразу захватив инициативу и увеличивая очковый отрыв. В ходе игры преимущество Лыткарина лишь подрастало. В итоге «Кристалл» был сильнее со счетом 83-57 и стал победителем турнира.
нашей команды был признан Евгений Борсков. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Лыткарина спортивная» компаниям «ДИПОС», «Лифт Ремонт» и «Славянское подворье Л». Роман Завьялов, Алексей Устинов, Александр Тестов, телеканал «Лыткарей». В преддверии Нового года съемочная группа телеканала «Лыткарей» посетила образовательные и культурные учреждения города, где буквально за несколько часов до наступления праздника лыткаринцы поздравили горожан с грядущим торжеством. Дорогие друзья, от лица коллектива «Дом детского творчества» хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам и вашим близким всего самого замечательного, исполнения всех ваших заветных желаний, здоровья и благополучия. Поздравляйте с Новым годом, желаем счастья, здоровья, радости, ну, всего, что обычно желают на Новый год. И хотим всех вас просто поздравить с этим замечательным праздником. С Новым годом! Коллектив Центра детского творчества «Искатель» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Желает вам счастья, здоровья, удачи, исполнения всех желаний. А нашим детям мы хотим пожелать творческих и спортивных успехов. Приходите к нам в «Искатель». С наступающим Новым годом! Дорогие лыткаринцы, с Новым годом! Пусть уходящий год оставит у вас самые приятные впечатления и воспоминания. И от всей души желаю в новом году, чтобы все у вас складывалось только на 5, чтобы за праздничным столом были только желанные, близкие и дорогие люди. Здоровья, благополучия, любви и счастья. И пусть во всем вам сопутствует удача. С Новым 2015 годом! С Новым годом! Уважаемые лыткаринцы, от лица Лыткаринского историко-краеведческого музея мы поздравляем вас с новогодними праздниками. Желаем вам добра, счастья, успехов, здоровья и чтобы все ваши заветные желания в новом году исполнились. С Новым годом! Съемочная группа нашего телеканала поздравляет лыткаринцев с новым 2015 годом и Рождеством. Новогодние праздники – это самое сказочное и волшебное время. В эти минуты нужно лишь поверить в свою мечту. Мы желаем вам счастья и мира. С праздником, дорогие друзья! Телеканал «Лыткари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8-495-979-44-18. 8-495-979-44-18. На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, оставить свои комментарии и пожелания вы можете на сайте www.lytkarina-tv.ru. Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду и субботу в 19:00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго!